К движению ГТО присоединились более 200 тысяч югорчан. Физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» 90 лет, а 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения. На протяжении этого времени Югра входит в топ-20 лучших регионов по внедрению и реализации комплекса ГТО. В 2019 году наша сборная заняла первое место в фестивале среди общеобразовательных организаций в общекомандном зачете среди 83 субъектов. Югорчане взяли призовые места в личном многоборье ГТО. Семья Смышляевых из Нефтеюганска заняла 3-е место во всероссийском этапе фестиваля среди семейных команд. В прошлом году сборная Югры приняла участие в уникальном фестивале чемпионов игры ГТО. Сегодня к движению ГТО присоединились 216 тысяч югорчан. Более 133 тысяч попробовали себя и свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. И уже 50 612 жителей округа стали обладателями заветных знаков отличия ГТО.